24 августа в поселке Межозерный прошел праздник, посвященный Дню шахтера. В течение дня на стадионе школы номер 1 проходили спортивные состязания по баскетболу, футболу, волейболу, теннису, шахматам и шашкам. Вечером на площади началась основная часть праздничной программы. На сцену для поздравления вышли почетные гости. Первый заместитель главы Верхнеуральского района Людмила Старостина, глава Межозерного городского поселения Петр Симак, генеральный директор Учелинского горно-обогатительного комбината Закария Гибадуллин, заместитель генерального директора по кадровым вопросам и социальной политике Александринской горнорудной компании Любовь Юркова. Поздравляю вас с профессиональным праздником, с Днем шахтера. Он объединяет в себе сильных, мужественных людей, которые своим самоотверженным трудом делают достоянием страны уральские, богатые подземные кладовые. Лучшим работникам рудников Узельгинский, Чебачья и шахтостроительного управления вручили почетные грамоты и благодарственные письма. Далее всех шахтеров поздравили солисты и творческие коллективы поселка Межозерный и Верхнеуральского района. Удивили всех жителей и гостей поселка участники «Минуты славы» на Первом канале. Шоу «Экстрим канатоходцев из Краснодара». Который задает по всей стране, да, вот, как город, как самый лучший, это наш народ в любом городе, потому что доброжелательные, великолепные, мы потомки победителей, люди, которые освободили всю Европу, хотя они нас встречаются, да, не понимая, мы остаемся такими. Эстафету праздничного вечера приняли гости из Челябинска, кавер-группа «Радио Мальта». Скажи, зачем нужны нам эти люди? Мы никому об этом не расскажем. Давай с тобой, мы отдохнем с тобой вдвоем. А давайте вместе! Эта песня простая, чтобы каждый расставил. По дворе, чтоб поиграли пацаны на гитаре. Эта песня простая, чтобы каждый расставил. В конце праздника для всех жителей и гостей поселка состоялся праздничный салют. И завершился День шахтера показом короткометражных фильмов в рамках Всемирного фестиваля уличного кино под открытым небом. Особую благодарность жители выражают спонсорам праздника – администрации Межозерного городского поселения, Учелинскому горно-обогатительному комбинату и Александринской горнорудной компании.